Что я знаю про Чечню, так это, что люди с Чечни и Кавказа хорошие бойцы, с духом и жесткие. Во Франции в залах ты можешь увидеть хороших боксеров с Кавказа и Чечни, и они очень приятные люди. Так что я думаю, что все люди с Чечни очень приятные, и в то же время духовитые и жесткие, как бойцы. План на бой — это очень просто. Я буду держать руки и прикрываться, а мои ноги будут диктовать. Я хочу использовать свои ноги, как в прошлом, когда я начинал свою карьеру. Но в этом бою, я думаю, в основном буду держать защиту руками и ловить соперника. Самедов очень хороший боец. В прошлом мы бились в одинаковых организациях K1. У него более 100 боев, он бился со многими. Я рад, что ему захотелось со мной встретиться, и надеюсь, я дам ему хороший и жесткий бой. Ус. Мадам и месье, bienvenue de France, Bruce Greenthorn! Ну и сейчас вот приехал в Грозный соревноваться с Забитом Самедовым. Добро пожаловать, представитель Азербайджана и бойцовского клуба «Ахмат». Ваше внимание на экран. Себя хорошо, вот, готов физически, морально и духовно, вот, иншаллах, все будет хорошо. Мой соперник, боец из Франции, Брюс Гуидон. Неудобный соперник, 2 метра ростом. Я сделал все невозможное и возможно, чтобы порадовать местную публику, чеченских братьев, азербайджанцев, которые за меня переживают. Конечно же, хочется порадовать моего старшего брата, глава Чеченской Республики, Рамзана Ахматовича Кадырова, потому что он будет переживать больше всех и будет рядом возле ринга драться вместе со мной.
Встречайте, по прозвищу Маугли, Сабит Саведов! И добро пожаловать в ринг, Сабит Саведов, по прозвищу Маугли, 34-летний уроженец Азербайджана. Сейчас выступает за клуб «Ахмат» и имеет 16 подряд побед с момента проигрыша своему такому извечному сопернику Бадру Карри в 2013 году. Всего 109 боев, 99 побед, 35 досрочных, 9 поражений, из которых 2 досрочных и 1 ничья. Также пробовал свои силы забить советов в смешанных наборствах, провел 2 боя, оба выиграл нокаутом. Последний на данный момент поединок провел он в мае 2018 года в Москве на «Жара Fight Show». Победил там Фредди Кимайо. Очень уверенно и вообще спокойно. Вообще, начал свою карьеру он в 2001 году и дрался с такими парнями, как Рейсеф, Тайрон Спон, Константин Глухов, с Бадром Карри, которого я уже упоминал, с Мелвином Мэнкоком и многими-многими другими. Но также вот здесь румынских бойцов подразбивал. Там Каталина Марашано, например, который является, ну, таким очень популярным румынским спортсменом. И сейчас идет очень уверенно победной поступью на рингах нашей страны Сабит Саметов. Просим любить и жаловать, вот он на ваших экранах. Ladies and gentlemen, this is the moment you have been waiting for! Ahmat Kickboxing, proud to present the main event of the evening. Three-minute rounds of Kickboxing K1 Rules Super Heavyweight Contest. Представляю судейский корпус. Супервайзер Александр Березкин. Судьи у ринга Надыр Нуруддинов, Алим Кудаев и Рашид Абашев. И с ударом гонга ваш рефери в ринге Александр Папин. Итак, дамы и господа, на трибунах в прямом эфире главный бой вечера, ladies and gentlemen in attendance, live from Colosseum Sports Hall Arena, the main bout of the evening. Представляю соперника. И первый бойца в синем углу. Introducing to first fighting out of the blue corner. Ему 33 года. Рост 197 сантиметров. Вес 105 килограммов ровно. He's 33 years old. He stands 197 сантиметров tall. Official weight 105 килограммов silver. Профессиональный рекорд. 30 побед, включая 10 побед нокаутом, 14 поражений. His professional record 30 victories, including 10 wins coming by way of knockout and 14 defeats. Дамы и господа, он чемпион мира и Европы по тайскому боксу, чемпион мировой про-лиги по кикбоксингу и финалист мировой серии Glory. Ladies and gentlemen, he's by time world and European champion. World Pro League Super Heavyweight Kickboxing Champion and Glory World Series Runner-Up. Representing Mature Team Amsterdam, the name of Monsieur Bienvenue de France, here is Brice Guiton. Его соперник красного в ринге. Born in a countering fighting of the red corner. Бойцу 34 года. Рост 183 сантиметра, вес 98 килограммов ровно. He 34 years old. He stands 183 centimeters tall. Official weight 98 kilograms silver. Профессиональный рекорд 95 побед, включая 53 победы нокаутом. 9 поражений при одной ничьей. His professional record 95 victories, including 53 wins coming by way of knockout, 9 defeats and 1 draw. Он чемпион мира и
Европы по тайскому боксу WBC, победитель европейского гран-при К1, финалист мирового гран-при в Лас-Вегасе Лейза Чарлер, из WBC Muay Thai World and European Champion, European Grand Prix K1 winner and World Grand Prix Las Vegas runner-up. Представляющий бойцовский клуб «Ахмат», верный сын азербайджанского народа, representing «Ахмат Club» and faithful song of Азербайджан, встречайте, Саби Маугли Санпеда! Респект за Рус. Удвой. Ну что ж, главный момент сегодняшнего вечера – бой в супертяжелом весе. Два очень именитых и серьезных соперника. Брисгвидон против Забита Самедова. Франция против представителя клуба «Ахмат», уроженца Азербайджана. Итак, смотрим первый раунд. Гвидон, конечно, очень высокий, очень рослый. И, как он говорил в своем ролике, предваряющем его выход, он будет здесь ориентироваться, конечно, на свою работу ногами, но очень мощные лоу-кики. Но очень быстро Самедов сократил дистанцию, пробил хорошие два боковых. И также отвечает очень увесистым лоу-киком, продолжая атаку еще и рукой в голову. Фронт-кик хороший от Забита Самедова. Да, и оттягивается назад. Гвидон, конечно, сейчас подрастерял в скорости, но я думаю, что вряд ли растерял в мощи. Хороший хай-кик от Забита Самедова. Тут же начинает поддерживать его собравшаяся публика. Да, но здесь нельзя терять концентрации ни на секунду, потому что Гвидон один раз может так вот попасть. Он сейчас ориентируется на удары по нижнему и среднему уровню, но я знаю, как Брис Гвидон бьет ногами в голову. И, поверьте мне, это, наверное, зрелище, которое стоит увидеть, но не здесь, не в этом поединке, потому что, ну, Забита Самедову стоит от этих ударов все-таки уходить. Серия ударов от Гвидона, но все по защите. Хорошо, с апперкота заходил Самедов, сокращая дистанцию. Оттягивается назад. Такой по уходящему сопернику пробил внутренний лоу Гвидон. Гвидон, конечно, будет стараться работать по ногам Забита, лишает его маневренности, лишает его возможности быстро сокращает дистанцию, в том числе, да, здесь по привычке, наверное, и такой еще из K1, из тайского бокса Гвидон пробил коленом в клинче. Ну, один удар здесь разрешен по правилам K1. Целая серия ударов снова от француза, причем несколько было довольно точно. Хорошо, с джебом сократил дистанцию Забит Самедов. Правда, не стал развивать эту атаку. Здесь подскользнулся, но еще так помог ему, да, вот так уперевшись в бедро ногой Гвидон. Но очень быстро Забит Самедов вскочил на ноги, пытается выждать момент для очередной своей атаки. 20 секунд до окончания первого раунда. Лоу-киками по-прежнему работает француз. Да, и сейчас как раз слышим мы из угла Гвидона: стой, отходи назад, и хорошо. Здесь как раз пошел Забит Самедов. И вот обратите внимание, вот сейчас уже в первом раунде стоит отметить, что не очень любит Гвидон, когда на него идет жестко атакуя его Забит Самедов. Смотрим как раз повторы. Были, кстати,
кстати, у Бориса Гвидона пару таких очень неприятных периодов. Вот в 2012 и 2013 годах у него было как раз 4 поражения подряд, 2 из которых были Сэмми Шилту. Ну, Сэмми Шилту там, в 2011 году, кто в 2012, кто только не проигрывал. И потом дальше еще 2014-2015 также не очень хорошо сложились, когда 4 раза подряд проиграл Гвидон, причем подавляющее большинство из этих вот 8 поражений, которые я упомянул, они были досрочные, либо техническим, либо обычным нокаутом. То есть из них было вот 6 досрочных поражений из 8. Это, мне кажется, все-таки достаточно много. Ну а мы смотрим второй раунд противостояния Бориса Гвидона против Забит Самедов. Заняли бойцы центр ринга. Да, разные советы слышатся из того, из другого угла. Забиту Самедову советуют отбивать переднюю ногу своего соперника, но в то время как Брайсу Гвидону советуют стоить там вот, стой на своей дистанции. Ну, здесь понятно, да, опять-таки разный рост у бойцов, и Гвидону, конечно, выгоднее работать издалека, вот так вот встречая Забиту Самедову. Самедов пока предпочитает передвигаться. Сам не атакует, не инициирует агрессивное движение вперед. Но отзащищался неплохо. Хорошо попадает. Вот такие кажущиеся легкие лоу-кики. Вот как раз удар в голову от Гвидона, о котором мы говорили раундом ранее. Но неплотно получился. И вот здесь, да, четко подставил локоть под колено своего соперника и пробил еще апперкотом Самедов. Полраунда впереди. Прихватил. Но здесь, да, мне кажется, уже просто подскользнулся Самедов, в том числе побежав вперед. Ну, много пота налито здесь на стиле ринга. И включается теперь Забит Самедов со средней и ближней дистанции. То есть хорошо ушел от апперкота, сместил корпус в сторону. И хорошо попадает правым оверхендом, даже сквозь блок. Прочувствовал точно Гвидон этот удар. Сразу же решил обниматься в клинче. Минута работает. Коленом не достает француз до челюсти Забит Самедов. А вот апперкотом как раз попал. Подтягивается назад Забит Самедов. Думается, что вот, да, вот как раз концовка должна быть именно такой. Активное, агрессивное движение вперед с хорошими попаданиями. Потому что, ну, как мы уже отметили, Гвидон не очень любит работать в ограниченном пространстве. И вот сейчас попадает хорошо слева боковым Самедов. Заканчивается второй раунд. Гонг. Отправляются бойцы на перерыв. Но пока бойцы отдыхают, друзья, рекомендую вам заглянуть в Инстаграм на страничку нашего телеканала «Матч Боец Офишал» и посмотреть, какие там есть фотографии, оставить какие-то свои комментарии, пожелания. Ну и вообще участвуйте, помогайте нам его развивать. «Матч Боец Офишал» мы в Инстаграме. Хорошие советы, кстати, сейчас Забиту Самедову дают в углу. Отключи голову, много думаешь, все видно. Да, то есть здесь, ну, очень хочет, видимо, Забит вот так вот ярко выступить, да, и начинает много думать, много задумывается над комбинациями, над тем, что делать. А иногда действительно нужно просто голову отключить и идти вот хорошо так подраться, потому что, ну, мышечная память сделает все за тебя.
Ну, кстати, вот надо отметить, что Забит Самедов, он досрочно не выигрывал с мая 2017 года. Там он Фредерика Синистру победил техническим нокаутом, а до этого разобрался с Каталином Марашану. То есть просто его правым коленом нокаутировал наверх. Ну что, сейчас атакует Самедов. Включается почаще, но очень часто скользит. Мне кажется, здесь вот, может быть, как-то непродуманные были протекторы вот эти и очень скользкие. Хорош хайкик. Самедов попадает, отвечает Гвидон. Но блок был на месте. И в атаке находился Гвидон. Пропустил левый боковой. Самедов дальше атаку не стал развивать. Двойной джеб. Но и Гвидон тоже останавливается. Надо отметить, что 2-3 удара и все. И опять-таки отогнал соперника на дистанцию. Дальше не идет. Но для него это вот такая тактика, она, конечно, выгодна. Очень внимательно Забит смотрит за движениями своего оппонента. Сократил хорошо дистанцию, снова серийно. Но второй волны атаки мы не увидим. Лоу-кик от Гвидона. И пытается, конечно, руками. Ну, понятно, что да, здесь опять-таки из равновесия вывел Гвидон. Забито. Понятно, что как бы траектория удара рукой, она короче, чем удар ногой, и поэтому она быстрее получается, и меньше ее видно. И сейчас именно поэтому, мне кажется, Самедов старается включаться в первую очередь ударами руками в атаку. Прихватил и подбил ногу опорную Гвидона. Забит Самедов, ну, получает выговор, да, от рефери. Снова хорошая атака. Двойной боковой. Левый в голову, потом в корпус. Но здесь вот не дошел до соперника. Хайкик от Гвидона. Пропускает мимо себя его Забит Самедов. И здесь как раз вот, особенно во второй половине третьего раунда, заметно только Самедова. Потому что, ну, Гвидон как-то так отстреливается одиночными, периодически выкидывает в сторону Забита свои удары. Но по количеству активности, по качеству ударов и по вообще количеству комбинаций Забит Самедов однозначно впереди. 10 секунд остается до окончания поединка. Интересно, услышат в этом крике еще бойцы отсчет. Но Забит Самедов раз, да, пошел вперед. Хорошее попадание. У канатов стоял Гвидон, но вот благодаря своим габаритам просто он и бэквист еще проходит в конце. И да, вот Гвидон все-таки оттолкнул Забит Самедова, но тот бэквист там достал до своего соперника. Хороший получился бой. Может быть, можно было его сделать чуть более зрелищным, но концовка, третий раунд порадовал. То есть, мне кажется, просто намеренно Забит Самедов рассчитывал силы именно до этого момента, чтобы здесь включаться, потому что, как я уже сказал, действительно, Гвидона особо заметно не было. Дождемся решения судей. По-прежнему так вот Забит Самедов скальпы именитых бойцов к себе в копилку. Но сейчас не будем мы торопить события, хотя, в общем-то, по тому, как все здесь было, думаю, что сомнений не остается, кто остался победителем. Интересно просто узнать, с каким счетом оценили этот поединок судьи. We'll be right back.
Дамы и господа, по завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, at the end of action, we go to the Georgia scorecards. 30-28, 30-27, 30-28. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision, Сами! Очередная 17-я подряд победа Забита Самедова, с которой мы его и поздравляем. Отличное выступление. Ну что, друзья, на этом международный турнир по профессиональному кикбоксингу в памяти первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова подошел к концу. Наступает время прощаться. Для вас сегодня работал Роман Гришин. Болейте боями, побеждайте достойно. Счастливо. Пока.